Вот так и хочется сказать, что такого снегопада давно не помнят здешние края. Намело снега. Ой, очень много. Какие сугробы, как это все чистить? Я не имею даже представления. А снег не знал и падал. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, летает, летает. Нет, чистить я, конечно, сейчас не буду, но с этим надо что-то делать. Куда-то этой влаги нужно уходить. Я даже стирка вся в снегу. Когда это все растает и высохнет? Ужас. А здесь даже велком завалило. Кошмар. Кошмар. Как бороться с этим, я не знаю. Глубина какая. На пол этой метелки. Ладно, будем считать, что у природы нет плохой погоды. Вот так у нас. Ваш день пусть обязательно будет добрым, независимо от времени, когда вы будете смотреть это коротенькое видео. И от погодных условий тоже.